Всем привет! Очередная посылка из Китая. Что я извиняюсь, ну и с телефонами я говорил, что случилось, что пропадала у меня целая куча телефонов, ни слуха, ни духа, импорта нету, то пока буду вскрывать те посылки, какие есть, и попытаюсь с телефонами что-нибудь поинтереснее придумать. Это чехлы телефону. Так, ребята, это чехлы к телефону оказались к такому, как у меня, к Meizu M3S. Чтобы вы увидели, я покажу вам, подходит они или нет сразу. По качеству, в принципе, силиконовые идут и смотрятся. Ну, что классно, что, знаете, ну, тут первое впечатление, что, в принципе, супер. И попробуем их одеть, что получится у нас. Ну, что, в принципе, ну, смотрится супер. Ребят, так, смотрите, спинка идет. Ну, что первое впечатление, что все, в принципе, что классно. За такие деньги, что они стоят, то я считаю, в принципе, что классные чехлы. Так, это, в принципе, первая посылка у нас идет. Я пока оставляю их в сторону. На секунду. Я впихну уже обратно, засуну, а не впихну. Я выразился неправильно. Думаю, для кого-то это повод будет, но все равно. Такие чехлы, если кому-то интересно, ссылочка в описании внизу будет. Идти это в сторонку. И еще одна, считаю, что интересная будет кому-то. Что, в принципе, я так думаю, что все стыкались с таким товаром у китайцев. Но все думали, а купить или нет. И я, в принципе, захотел взять и попробовать и купить его. Упаковка, в принципе, стандартная китайская идет. Так, одну секунду, что у нас там пишется, телефоны или комбинация какая-то. И открываем ее изнутри. Все, в кульку больше ничего нету. И что мы имеем, ребята, что это Bluetooth ухо идет у нас. Такая красивенькая упаковочка. Смотрите, в принципе, смотрится супер. Упаковка типа айфоновские AirPods. И смотрите, чтобы вы увидели, я не знаю, или вы увидите, освещение у меня плохое, ну, что смотрится обалденнейше. Из комплекта идет такая пимпочка с зарядкой и шикарная инструкция всем, я так думаю, все очехлятся, о чем здесь же пишется. Смотрите сюда поближе. Ну, в принципе, такая штучка, и попробуем, я так думаю, ее включить, что вдруг она включается. Раз, зажимаю, я не знаю, или будет, ага, освещается здесь, кнопочка светится, и попробуем подключить, что я с телефоном из Lenovo пока, на испытании у меня оказался дружественным, так что сейчас будем искать, или включится она, раз, поиск, так, список клавиатура Bluetooth, я так думаю, это... Эта штучка, и попробуем подключить ее, и что у нас изменится. Сопряжение есть, и что подключилось. Все. И включилось. И знаете, ребят, одну секунду. Есть обмен. Есть, я попробую втыкнуть ее в ухо и показать вам в картинку, как это смотрится вживую с помощью камеры. Я, конечно, не знаю. Сейчас, одну секунду. Где-то у нас камера идет. Есть с этим освещением, конечно. Классно. И смотрите, ну, вживую, как это смотрится. Ну, в принципе, на картинке оказалось ничего. Ну, типа, компактно, что кто учится, я так думаю, что для студентов актуально. Штучка будет, и за $3 я покупал ее, ссылка в описании будет, если вдруг кому-то интересно, я считаю, ну, штука, что классная, действительно, и за свои деньги, то отрабатывать будет на все 100%, я специально попробую, типа, или звук здесь есть у нас, внутри, и что мы слышим, да, оказалось, ну, слышно, что самое смешное, так, я не знаю, типа, если вы услышите, что у нас здесь есть, но включается,
Ну, что, в принципе, включается и работает. Что впечатление, я попользуюсь, опишу вам и расскажу о ней все. Все, ребята, всем счастливо. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Всем счастливо, пока. Ты прикол, ты. Слуховой аппарат, да? Шо ты? А? Нет, это чтоб обычный телефон уйти, посмотри, на лифте. Он на уроке, он нас слушает музыку. Так может профилат, и он нас слушает музыку. Нет, это компактное. А за такие гости, что оно стоит, то я думаю, что... Прикалывается этот хлопчик. Какие? Ой, и старшие милые, и здоровые. Ну...